24 спортсмена из городов и районов округа стали участниками регионального чемпионата по рыболовному спорту в Ханты-Мансийске. 6 дисциплин – любители и профессионалы, среди которых кандидаты в сборную России от Югры. Рыба в воде есть всегда, считают организаторы. Ее просто нужно уметь поймать. Марина Селезнева побывала на соревнованиях. Ей слово. Охота и рыбалка давно перестали быть только способами добычи еды. А сегодня это даже не просто хобби, а самый настоящий спорт, за который, кстати, можно получить еще и разряд. Юлия Рашитова сегодня единственная представительница прекрасного пола, участница чемпионата. Признается, рыбу не любит, добычу отпускает обратно в водоем, либо раздает знакомым. Это как хобби или все-таки уже спорт? Для меня жизнь. Это то место, где ты отдыхаешь в первую очередь. Мозги отключаются напрочь. Вот. Мы все живем в суете в такой, что, наверное, каждый находит для себя что-то свое. Для меня это рыбалка. У Евгения Ляхова с собой 3 спиннинга и много наживки. По его словам, рыба около берега мало. Но это только подогревает спортивный интерес. У меня жена соревнуется тоже. Но сейчас она не может, у нее, ну, у нас ребенок родился. А так она также выступает, как и я. Вот ее спиннинг. Спиннинг супруги, вот он. Она, конечно, психовала немножко, то, что я его забрал, но вот я вот сейчас им ловлю. Для нас это как, ну, хобби, грубо сказано, но больше, наверное, это все-таки образ жизни. Сегодня спортсмены соревнуются в дисциплине ловля спиннингом с берега. Точку, откуда стартует участник, определяет жеребьевка. Судьи внимательно следят за соблюдением правил. В зачет идет только хищная рыба. Передавать друг другу улов запрещено. Плюс ко всему прочему, необходимо следить за тем, чтобы спортсмены правильно принимали рыбу, потому что есть определенные правила, что спортсмен зачетную рыбу должен либо взять в руку, либо поймать ее в подсадчик специальный. Одна рыба – один балл. Вес значения не имеет. За звание лучших соревнуются 24 спортсмена. Любители и профессионалы из Сургутского, Октябрьского районов, Нягани, Нефтеюганска, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Данный водоем очень такой шикарный, потому что с утра, когда я проходил, смотрел, рыба плещется, рыба плескается. Просто самому хотелось взять снасти, порыбачить, и вот, даже уезжать не хочется. Рыболовный спорт в Югре развивается в 6 дисциплинах. По итогам этого чемпионата лучших отберут на всероссийский этап. Он состоится в следующем году. Здесь для победы удача не поможет. Нужен настоящий профессионализм. Марина Селезнева, Сергей Ваяшко, Вести Югория, Ханты-Мансийск.